В дебане данное видео является рекламой. Мнение автора может не совпадать с мнением, прозвучавшим в этом ролике. Приятного просмотра. 11 ноября на Алиэкспрессе и других онлайн-площадках будет проходить мега-эпичная распродажа. Самым лучшим девайсом, который вы сможете себе купить, является мечта всех обеспеченных мужчин с бородой, ездящих на дорогих машинах и любящих пить кипящий тосол прямо из фарфоровых кружечек. Лигу Венча 1. Вы, должно быть, спросите, какого хрена он так сильно похож на Верту Астер Т? Дело в том, что наглые британцы украли идею своего этого Верту у китайцев. Ну вы знаете, эти британцы. Ну это там, где рыба, чипсы, чай, дрянная еда, отвратная погода, мэри еб... Итак, смартфон Лигу Венча 1. Тьфу ты, Верту Астер Т. Нет же, правильно все было. Лигу Венча 1 — это смартфон, которого ты так долго ждал. И у меня есть 9 аргументов, чтобы 11 ноября ты купил на распродаже именно его. Первое. Банковский уровень защиты данных. Смартфон оснащен отдельным чипом для шифрования всей информации, находящейся внутри него. Второе. Операционная система с двойной защитой. Ты можешь создать отдельную операционную систему внутри операционной системы смартфона и с помощью сканера отпечатков пальцев перемещаться по ним. Только ты один сможешь иметь доступ к своим самым секретам. Материалом. Третье. Смартфон защищен от брызг и дождя, а также от ударов. Часто дерешься с дождем? Покупай Лигу Венча 1 и не ссы выходить на равных с могучей стихией. Аргумент номер 4. Первоклассная телячья кожа. Корпус смартфона не какой-то там жалкий пластик, а настоящая кожа. Пятое. Технология двойного шифрования. Можно запаролить уже зашифрованные данные и поверх этого установить защиту на каждое приложение или отдельный файл. Даже сам Господь Бог не узнает, что находится в твоей мобиле. Шестое. Ультрабыстрый сканер отпечатков пальцев. Седьмое. Восьмиядерный процессор. Восьмое. 3 гигабайта оперативки. Девятое. 16 гигов постоянки плюс возможность вставить флешку. Десятое. 13-мегапиксельная основная камера Sony и 8-мегапиксельная фронталка. Одиннадцатое. 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD. Двенадцатое. Да, я соврал, что будет всего лишь 9 аргументов. Тринадцатое. Аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой самой быстрой в мире зарядки. Четырнадцатое. Это ж кожаный. Мать его смартфон. Он сделан из кожи и сделан под Верту. При этом он не стоит как Верту. Пожалуй, это лучшее, что вы сможете купить и пользоваться, и получать наслаждение, и еще выпендриваться им, и всячески хвастаться, и еще им можно бить орехи, и еще он красивый, недорогой. 100% в вашем городе такого ни у кого нету, и вы будете первым, а еще у него отдельный чип для шифрования. Это же охренеть, как классно. Покупайте. Я себе точно куплю эту роскошь.